Господа, приветствую. Как вы понимаете, мы находимся в самом-самом центре Москвы, а именно в Марьино, на улице Перерва и конкретно дом 8. И вот по приглашению руководства сети Drink Street, алкоточки, алкомаркета, мы сейчас попробуем кое-какой эксклюзивчик. Нашел, ребята, только вот в этом магазине. Сейчас посмотрим. Значит, что привлекает? Спасибо большое. Посмотрите, какая красота. То есть магазинчик, здесь будет у нас рынок, насколько я понимаю. И надо такой дизайн. Стеклянные, то есть прозрачные совершенно стены. И посмотрим, что за ассортимент. Сейчас кое-что покажу интересное и проведем дегустацию. Значит, по слухам, здесь есть кое-какие эксклюзивные вещи от производителя ООО «Цимлянские вина». Заходим. Проходите, пожалуйста. Улица Перерва, дом 8, строение 1. Что за красота? Посмотрите. Drink Street. Это же красота. Это просто клондайк у нас какой-то. Ну, кстати, сейчас посмотрим. Да, у нас здесь, во-первых, что я здесь такого нашел интересного? Вы знаете, я особо не по пиву, но по пиву у нас выпуски бывают. Значит, что здесь интересное? Во-первых, если по иностранцам, то где вы такое видели? Родербах Гранд Крю. Представляете, пиво Гранд Крю. Похоже, с мюзлес настоящий, с колпаком. Бельгийское пиво за 630 рублей. Вот это как минимум стоит попробовать. Это интересно. Значит, сидр здесь, это понятно, сидр есть, ничем не удивишь. Так, что-то я такое здесь интересненькое видел. ТТ это понятно. Все это понятно, вся эта красота. Значит, что нас с вами интересует? Да, во-первых, уникальные, господа, вот последний раз, когда я пробовал, как я вам говорил, бренды, так сказать, российские, да, мне больше всего нравятся дербентские и кизлярские комбинаты. Посмотрите, что здесь есть. Это же просто с таким дизайном, 15-летний коньяк. Посмотрите, дизайн, сургуч, этикетки именно не навороченные, а, грубо говоря, просто бумажные, такое олдскульный, что называется. Так, вот мы приехали для чего? У нас здесь есть два варианта: крепость Саркел, производитель Цимлянский вина, в данном случае Красностоп Золотовский, и у нас на дегустации будет Цимлянский черный с выдержкой 18 месяцев, Гранд Резерв. Вот это интересно, за 1700 рублей, это очень заманчиво. Так, ну ассортимент, скажем так, более-менее плюс-минус стандартный для российских алкоточек. Что-то интересное здесь нашел. Да, вот от Цимлянских вин Саркел тоже не встречал. Красностоп Саперави. Это интересная позиция. Что-то я здесь такое видел интересненькое. А, да, допустим, понятно, что очень много бренди коньяков. А вот такой вот грузинской я не встречал. Семилетки, интересно. Кизляр, это понятно. Но мы этим, грубо говоря, не увлекаемся. Что здесь порадовало? Огромный ассортимент. Да, во-первых, разливного пива. А, и вообще интересно, что в алкомаркете есть все собрано, что называется, пиво, сидр, и водка тебе, и селедка. Селедка, кстати, тоже есть. И при этом еще есть пиво, причем в ассортименте. И мало того, что пиво есть, различных вариантов, и иностранное, и наше, что называется, посмотрите, что здесь за разнообразие. Это же надо. Столько рыбы такого хорошего качества я, честно говоря, давно не наблюдал. Лещ прекрасный, жирный лещ, просто бомба. Все это просто хочется вкусить. Даже осетрина у нас есть, почему-то, что прекрасно, за совершенно небольшие деньги. И исходя из 3000 рублей килограмм. То есть это недорого. Вот такая у нас Drink Street. Так что приглашаю. Магазинчик очень интересный. Очень такой ассортиментик богатенький. Все, улица Перерва, дом 8. Все, пока, ребятки, до встречи. Ну что, господа, улыбнулось нам счастье. Не зря мы это все сделали. Я вас поздравляю. И у нас в руках эксклюзивчик. Настоящий эксклюзив. Такого я не видел. У нас в руках эксклюзивный вариант. Я говорю, не встречал нигде. Даже я об этом не знал. У нас с вами сегодня Гранд Резерв. Цимлянский черный. А то Цимлянские вина. С выдержкой в дубе 18 месяцев. Это просто... Посмотрим, насколько это божественный нектар, но есть все шансы. Есть все шансы. Значит, цвет, как бы вам сказать, что за цвет? Это цвет
даже не кирпичный. Это цвет какой-то у нас даже венозной крови, коричневый. Редчайший цвет, такого у нас еще не было. А, цемлянский черный, потому что у нас каберне-савиньоны были выдержаны полуторагодовалые. Значит, урожай 2019 года, гранд-резерв, написано «Долина Дона». В общем, качественная этикетка, город Цемлянск. Посмотрим, насколько это интересно, насколько это ярко, насколько выдержка с такой продолжительностью не испортит нежный, тонкий цемлянский черный. Потому что красностопами там все ясно. А вот с цемлянским, с выдержкой с такой, это, честно говоря, впервые. Сейчас немножко подышит у нас вино. Мы сегодня без аэратора, без декантера. Значит, вот в этом фантастическом... Да, собственно, мы... Почему здесь? Мы, собственно, сюда прибыли по приглашению... Вот такая у нас от Цемлянского такая потрясающая пробка космической длины. Кстати, бутылка, по ощущениям создается ощущение, что это полуторалитровка, что это магнум. Вот, у нас сегодня мы прибыли сюда по приглашению руководства магазина Drink Street. Сейчас я вам покажу какие-то здесь эксклюзивчики, очень много интересных моментов. Значит, да, кстати говоря, и в этом магазине я что и нашел. Значит, большой выбор по цемлянскому черному, в данном случае, то, господи, цемлянский черный, по цемлянским видам, цемлянский черный с годовой выдержкой. А сейчас мы пройдемся там по поводу коньяков, посмотрите, что я здесь нашел. Такой дизайн. Вот, кстати, по поводу дизайна. Помните, я вам рассказывал, у нас был короткий шорт про флейтопозвоночник, да, посвященный по мотивам произведения Маяковского. Я вам сказал, что я не взял новинку. Мы в «Глобусе» видели ее. Почему? Потому что меня покоробило название. Флейтопозвоночник. Ассоциативно мне не понравилось название, хотя картинка красивая. Я не захотел, насколько не хотел его брать, потому что для меня дизайн важен. Так вот, смотрите, что здесь есть. Причем опять я нигде не встречал. Оказывается, Drink Street — это эксклюзивное место, где можно приобрести произведение «Кизлярский завод», «Кизлярский марочный 15-летний стоимостью что-то 200 он здесь стоит. Значит, что интересно, дизайн совершенно похож, грубо говоря, на гаражный, то есть никакой вычурности, именно обычная, что называется, этикетка, простая типа бумага, с печатью «Лаборатория», то есть это прямо напрямую с завода. Вот такой настоящий реальный сургуч. И вот вообще кизлярские коньяки, в данном случае это урожай 2004 года, в общем, эксклюзивная штука. Вот последний, когда я увлекался, не то, что увлекался крепким алкоголем, вообще, в принципе, пил, мне как раз кизлярский комбинат, он, собственно, и оставлял самые такие приятные воспоминания. Поэтому такая штука, это только в этой сети, похоже, в Москве можно найти, точно не знаю. Так, 18 месяцев выдержки в дубе. Но с мягкий... Легкий тон спиртозности, алкоголь здесь 14 у нас. Есть ощущение, свойственное цемлянскому, когда он качественный, есть ощущение легких копченостей, нос благородный, с выдержкой в дереве, да, аромат не задубленный. Легкая сластинка. Ну, интересный нос, но более всего непривычный цвет. Непривычный, даже не борщевой, не коричневый. Ну ладно, посмотрим, насколько это эксклюзив, насколько стоило держать полтора года его в бочках. Цемлянский черный, Гранд Резерв.
это как минимум непривычно. Непривычно. Значит, что хочу сказать. В принципе, вот у нас был выпуск по цемлянскому, о цемлянские вина. У нас были там дешевые варианты, да, по 300 рублей. И цемлянские вина меня часто пугали. Меня вообще часто раздражала, собственно, вот эта этикетка. И я испытывал недоверие к производителю. И, в принципе, ассортимент, как правило, небольшой в магазинах по цемлянску, то есть ограниченная линейка. Так вот, что интересно с точки зрения даже психологии. От того же самого производителя, например, нет вот этого лыбачка, нет. Опять же, черный строгий дизайн и вкус шикарный. Стоимость его 1400 в этом магазине, 1400. По ощущениям, легко конкурирует, например, с Каберне Совиньон, у нас был выдержанный в выпуске «Сексуальное вино», легко конкурирует с Бельбеком, что у нас там был, Каберне Совиньон, Бельбек, да, как раз с выдержкой под два года. Там был удачный экземпляр, так вот это 1400, что ощущается очень непривычно, при алкоголе 14, опять очень явственный согревающий момент. Очень согревающий по ощущениям, как будто бы, при том, что не чувствуется здесь спиртозности, по ощущениям похоже даже по восприятию на крепленное вино. Вот что интересно, по греющим свойствам. Вино для наслаждения, это совершенно ясно. По поводу гастрономии не уверен, потому что оно здесь не нужно. Оно все-таки очень тонкое, цемлянский. Очень тонкий, нежный. Аэрации у нас не было, да, поэтому пока не знаю, что с ним будет через полчаса. Насколько он разовьется и во что. Но в данном случае это очень интересно, это благородно. 1400 однозначно стоит. Послевкусие крайне длинное. Интересное... Очень сложно сейчас подобрать. Наверное, даже какое-то клубничное послевкусие. Клубничное. Причем даже не клубники, не свежей, а именно свежесваренного клубничного варенья, я бы так сказал. По вкусу не скажешь прям, что характерный органолептика цемлянского черного. Нет. Не скажешь, ибо это что-то эксклюзивное. Вот почему мы на нашем канале и не проводим никогда слепые дегустации. Потому что у нас канал серьезный, аналитический. А выдумывать что-то, заниматься клоунадой, мне это неинтересно. Поэтому цемлянский не всегда можно угадать. Тем более, говорю, с выдержкой в дереве. В общем, спасибо магазину Drink Street за предоставленную возможность продегустировать вот такой вот эксклюзивный вариант. Что такое аромат-то интересный? Да, все-таки клубничный какой-то джем, да. То есть не джем, нет, именно варенье клубничное. Да, непривычный его, причем нос и рот вина очень схожи. Так, рекомендую, если встретите, конечно, не знаю, не вентилировал сайты, но как минимум здесь у нас в Марьино, метро Перерва, улица Перерва, дом 8, такая штука имеется. Я очень рад, что удалось продегустировать. Вот это мы еще не вскрывали. Очень хочется. Может быть, в следующем выпуске про него, про такой эксклюзив снимем. Все, господа, спасибо за внимание. Пока, до встречи на нашем канале.